От любви до ненависти один шаг. Молодая жительница Саранска не подозревала, что ее бывший муж может отомстить ей таким способом за нежелание жить с ним. Супруги развелись около 4 лет назад, и мужчина любыми способами пытался вернуть свою любовь. Однако последний способ оказался не просто незаконным, а мерзким. Весной прошлого года на своей странице в социальной сети ВКонтакте 30-летний горожанин разместил фото интимных утех со своей бывшей женой, сделанные, когда были счастливы вместе. По словам обвиняемого, снимки порнографического содержания они сделали еще несколько лет назад по обоюдному согласию. После расторжения брака мужчина фотографии не удалил. Во время очередного разговора с бывшей супругой он попросил девушку вернуться. Разозлившись отказу, мужчина через свой компьютер выложил обнаженные фото порнографического содержания в интернете. На его личной странице они успели пробыть всего несколько часов. Однако друзья и знакомые этой семьи смогли их увидеть и сообщить потерпевшей. Бывшая супруга обратилась в полицию. Тогда, в 2018 году, дело первым возбудил Следственный комитет по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Суд признал его виновным и назначил 4 месяца исправительных работ. Затем была еще одна экспертиза, которая признала размещенные снимки порнографическими. И уже дознаватели МВД возбудили свое уголовное дело по статье «Незаконное распространение, публичная демонстрация порнографических материалов, совершенных с использованием средств массовой информации, в том числе сети интернет». Свою вину в совершении преступления мужчина не отрицал и признал полностью. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Пролетарский районный суд города Саранска. Максимальные санкции за новые преступления – до 2 лет лишения свободы. Учитывая, что одна судимость у бывшего супруга уже есть, перспектива лишиться свободы за фотоместь вполне реальная. Екатерина Чермянина, Александр Зюзяев. Программа «Происшествия».